Молодой человек, расскажите. Что? Что вы ожидаете от предстоящих соревнований? Как вы думаете, кто победит в них? Наверное, все. Победит чемпион. Я ожидаю победу. Советский спорт вчера написал, что я выиграл эти соревнования. Поэтому я уверен в себе и четко подхожу к этому мероприятию. Потому что будет весело. Погодные условия сегодня отличные для проведения соревнований. Раз, для рыбалки два. Мать рыбку, пожарить, пообщаться. Кокарев, Калугин, Панин, еще один. Так, о, Шов, Мальчевский, Маркевич, Иванцов, Скорик, Лямзин, Войда, я. Зайцев, Василенко. Ашов, Петр. Ашов. Так, пакетик берем. Петр. Пакетик берем. Мальчевский Владимир. Маркевич готовится. 31. Тоже ничего. 31. Иванцов. Скорик готовится. Какие номера мужчины? 36-й. 31-й. Удачные? А кто? 31 развернуть, 13. Тоже логика. Опять же, квартира у меня 31-я. Звезды сошлись, а номер... Опять же, 14 лет назад мне 31 год был. Все сходится. Саня, удачный номер? Да, а не знаю. Так, Дединов Евгений. Шаповалов готовится. Кстати, бы научил, да? Как написано? Как писал. Сектор номер 2. Это у нас кто? Федя. Так кто там? Как ты? Дедин? Ты же Шаповалов. Дедиков, 10-й. Вова, проверь дырки в пакете. Вова, какой номер? Сидишь, готовится. Один. Малого Настя. Ну, остался у Андрея 41. Первый тур у нас начнется в 10 часов. Продлится 2 часа. Разрешено ловить одновременно на одну снасть. Снасть может быть любая, на которой количество мух не превышает 3 штуки. Вы можете начать ловить на балду, перейти на тирольку, на поплавочку, на нахлыст, кому как нравится. Но одновременно используя одну снасть. Другая снасть должна быть на берегу. Хотелось бы попросить всех взаимовежливости, чтобы друг другу старались не мешать, если кто-то ловит на балду, на тирольку, то есть каким-то образом соблюдать, так сказать, координацию движения, смотрели, ну, чтобы не было захлёстов. Если что-то подобное будет случаться, как бы, ну, старайтесь мирно эти вопросы решить. Если будут какие-то проблемы возникать, да, непонятки, подзывайте судью. То есть я главный судья соревнований, Севастьянов Юрий, мне будут помогать Мельник Вадим, значит, девочки наши сестра размещают, Володя. В общем, судейская бригада, которая возьмет под надзор, будет за вашими спинами негласно стоять, смотреть, что вы делаете. Значит, разрешено, значит, к зачету будут приниматься дариус согласно правил Сибирского рыболовного округа, не менее 23 сантиметров. Значит, 23 сантиметра определяется от рыла до начала хвостового плавника. Кто не понимает, можете посмотреть, могу показать. Приносите в пакете, чтобы там не было воды, грязи, камней, то есть рыба должна быть в пакете очищена. Кроме этого, если вы ловите любую рыбу не промыслового размера, меньше этого размера, значит, подводите рыбу к берегу, делайте сигнал судье, он сзади будет записывать. Каждая рыба не промыслового размера оценивается в 1 балл и подлежит немедленному отпуску. То есть поймали рыбу меньше 23 сантиметров,
подтащили судье, говорите, судья, берете рыбу, отпускаете, то есть на глазах у судьи, судья вам ставит один балл. Соответственно, если вы каким-то образом не поймали рыбу зачетного размера, вы имеете шансы, тем не менее, поставить себе баллики и попасть в какие-то призеры согласно с этих баллов. Каждый грамм вообще у нас делится в балл. Это рыбы промыслового размера. Вся остальная любого размера – один балл. Поняли все? Понятно? Значит, обязательно не нести рыбу меньшего размера. Есть, значит, у нас по 23 сантиметра там меточки. Можете кому надо подойти, значит, в судейскую палатку, могу каждому выдать меточку. Ну, 23 сантиметра. Рыба меньшего размера, значит, если будете нести, будем штрафовать. Ну, такие правила. Поэтому померили, сомневаетесь, позовите судью, ну, чтобы он перепроверил. Значит, первый тур у нас начнется в 10 часов, продлится до 12 часов. После чего, по сигналу, услышите судью, вы должны выбрать снасти, сдать рыбу ближайшему судье, который будет. Причем не покидая зону, он сам к вам подойдет и заберет ваши пакетики. После чего здесь опять все собираемся. Значит, здесь будет горячий чай, можно будет перекусить по-быстрому уже вместе. Второй тур начнется ориентировочно в час, закончится в 3. После чего мы будем суммировать сумму баллов по результатам двух туров и определять призеров, победителей и номинантов наших соревнований. Сейчас у вас время подготовиться, разойтись по своим зонам, разложить удочки, ничего в воду не макаем. 10 часов по сигналу старт начинается соревнование. Поэтому занимайте свои места. Что вы думаете про сегодняшнее соревнование? Кто победит? Соревнование, тут все на кос. Вот оно почему. Моня? Подбора-то нету. Нечего выбрать. А я без удочки не могу. Что вы думаете о рыболовном спорте? Это прекрасно. Это прекрасно. Ничего не могу сказать. Другого. Ну это прекрасно. Поверхность. Показал ты, как ее хвостом щелкнул и ушел. Ну мы ждем. Колись, куда рыбу прячешь.
На меня Костина аура с его садком подействовала. Еще даже лови. На какие мух все ставлю, еще на бух на душу положит. Что, нам много там поймали? Сколько штук? Ну что, поклевки были? Да чуть-чуть вроде дергало. Но особливо. Так просто. Печки значительные. Можешь сказать про особенности местной рыбалки? Особенности местной рыбалки — очень важно попасть на место, где есть камни. Мне, к сожалению, сектором не повезло. Жеребьевка и жеребьевка. Ровная донышко. Один маленький хорезок попался, которого пришлось выпустить за первое начало. Начало первого тура, и все. Так, аккуратненько освободили. Да. Что, отпускаем? Отпускаем. Паем. Круто. Смотри, как он хорошо пошел. На взвешивание! Белый плюс один. 23. Давай, вешаем. 9 место. 52, да? Померить? Давай его взвешиваем. Будет знать. 65 граммов. Нормально. Как удели. Так, вот это не пишем. А дальше пишем. Степанов. Да. 1+1. 39 сектор. Да. Отловились? Да, нормально. Ждем результатов. Все в ожиданиях. Все... А самое главное, не последнее. Да. Ну, что-то уже есть. Будем ждать. Сказать, что мы не хотели рыбу ловить сегодня, поэтому не поймали ни одной рыбы. Да, но мы поймаем ее завтра. Много-много рыб. Может быть. Если проснемся завтра. Да, конечно, проснемся. Вот. Так что замечательное мероприятие. Замечательно проведено. Организация просто супер. Несмотря ни на что. Самая прекрасная. Самая прекрасная организация, да. И, в общем, все замечательно, все зашибись. Ура, ура, клубу «Тугун» и магазину «Арсенал». Плохая организация. Можно было и форель запустить. Он рыбачил, когда Ельцин Борис Николаевич. Ему форельку запускали. А тут никто ничего не запустил. Пришлось Галиянов душить и капусту ловить. Но зато почистили Енисей. Где-то порядка 2 тонн водорослей было изъято из русла Енисея. Течение заметно ускорилось. Рыбы здесь нет. Но и не было. Вот когда... Я вот, смотри, сколько народу, видишь? Всех встретил, уже все хорошо. А ты говоришь, рыбы нет. Рыбы? Та нет. Рыбина. Тугунов очень много. Да, а я еще тугунов пообщались. Столько, что они... Не знаешь, где их искать. В интернете. Выразить огромную благодарность всем тугунам за присутствие. Крайне категорически рад тому, что нас так много и у нас так все дружественно. И как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Первый раз мы на соревнованиях. Все понравилось. Жалко, что ничего не поймалось. Но ничего. Будем дальше участвовать. Давление поднялось. Вот и все. Может быть, в связи с этим Хариус так отвратно клевал? Вернее, кушал. Не клевал, он же не птица. Не знаю. В общем, до этого я не знаю, почему он так аккуратно клевал, почему у меня в 2 секторах ни на одну муху ничего не попалось, даже вот такого. Сегодня работала вишневая мушка из микросинели, которую мне подогнал кладовщик. Естественно, Паша Калевара эту нитку в руках своих держал. Но цвет вишневый, он там много всяких оттенков, потому что вот как я оборвал эти 2 мушки, сразу прекратились поклевки. Потом была поклевка вот такого очень большого хариуса,
на фонтеку. Это которого спугнула липа или которого спугнула Алиса? Которая липа с Алисой спугнула. Погода шепчет, займи, но выпей. Но пить нельзя, мы за рулем. А по части соревнований, ну что? Мы же знаем, что соревнования проводят не там, чтобы выловить всю рыбу, а там, чтобы определить сильнейшего. Видимо, сильнейшего сейчас определят, а рыбу мы поймаем в другой раз. Друзья, безумно рад вас всех видеть здесь, на этой нашей сибирской земле, на этом нашей красивой реке. Но уже на данный момент закончившиеся соревнования на кубах арсенала по ловле харинга с берега. Тихо! Хотелось бы выразить признательность магазину «Рыболовный арсенал», который организовал для вас этот праздник. И особую благодарность выразить компании «Белый медведь», которая являлась генеральным спонсором этого мероприятия, предоставила нам замечательные призы. Также хотелось поблагодарить компании, которые спонсировали наше мероприятие. Это компания «Сибирский мух», все вы прекрасно знаете, Гордеева Диму, студентам, которые предоставили опять же призы. Свои личные мухи для призов предоставили наши известные муховязы некоторые, которые знают как призрак. Ну и в общем-то, хочется сказать, что несмотря на не самый хороший, скажем так, клев, тем не менее, у нас обрыбилось достаточно большое количество людей, кто, глядя на результаты, я в общем-то посмотрел, кто давно себя зарекомендовал как хороший рыбак, тот себя подтвердил свое мастерство в очередной раз. Поэтому, я думаю, независимо все-таки от того, какой тебе сектор попался, кто бы что ни говорил, мастерство, оно все равно показывает вот такой определенный, так сказать, момент. Ну а теперь хотелось бы перейти к самому приятному награждению. Третье место занял Заделенов Владимир. Ой, Дима! Илюга! Он и здесь прикормил рыбу! Лучше! Лучше! Рыба, вот! Ты мини-папа. Ты мини-папа. Настоящая пластиковая рыба. А, там медная. Молодец! Ему подгоняли гобли, которых он выпустил. Первого подгоняли. Зачем ему гобли, если он таймень не спасает? Отдай мне. Все, держи здесь будет. Пока мальков Карл заводил, он у нас лист открывает. Он чипу поставил. Красавчик вообще. У Заделенного Владимира 15 баллов по сумме двух туров. Второе место награждается Сухих Владимир. Я боялся, что я не знаю, что это. Что за мусор такой? Покажите, какие мусоры. Не показывай. Руки не давай. Руки не давай. Что здесь ставил, ставил? Дмитрич! Молодец! Я тебе говорю, я тебе показать. Он наливай. Он показывает. Я налью. Рома нальет, говорит. Давай, наливай. Еще не подошел. Сибирский мух. Ой, теперь буду ловить вообще. И двухместная палатка. Отлично. От компании «Белый медведь». Поймав рыб, и там первое место. Сергеич, награда нашла героя, это да? А ты не верил? Он офигел, аккуратней. Кстати, что интересно, в прошлый раз он тоже занял первое место. Это мастерство. Это талант. Кубок от финала. Побеждается компания «Белый медведь» Филинга катушкой, набором мух от компании «Волгера» Мария. И также главным призом водкой.
рядом положи. Медаль, подними, Слава. Ура! Буквально за 3-4 минуты до конца. Все за него рады. Ну да. Ну что, хотелось бы еще раз всех поблагодарить. Давайте все друг друга поаплодируем. Спасибо.